Адвокат по семейным делам Юлия Тимченко после судебных заседаний вдохновляется живописью. Вот уже 5 лет она учится рисовать в стиле импрессионизм. Пока на холсте классика жанра – кувшины с цветами и драпировка. Вскоре Юлия будет писать людей, точнее детей, их эмоции. Это наполнение жизни красками. Вот именно этому я учусь. Именно писать, сочетать цвета, передавать свои эмоции на холст. Как бы для этого и хожу. Конечно, есть какое-то определенное расслабление от этих занятий. Здесь как бы переключаются мозги, и ты вкладываешь свою душу. Регулярно в субботний полдень внутренний дворик Самарского художественного музея на Куйбышево превращается в студию под открытым небом. Каждый раз учителя меняются, но все они известные современные художники. В этот раз урок ведет импрессионист Юлия Кузнецова. Она родом из Самары. Выставляет свои работы не только в России. Ее картины покупают в Китае, США и в странах Европы. В свободное от работы и выставок время мастер с удовольствием делится секретами с начинающими живописцами. Я работаю со взрослыми учениками, у меня есть группа своя, которая занимается в мастерской, и здесь будут новые ученики, которым интересно попробовать живописную технику. Очень много факторов, которые действительно делают человека художником, настоящим художником или любителем. Но опять же, зависит от целей, которые ставит перед собой человек. Проект «Музейный дворик» появился у самарских художников в начале лета. Они присмотрели площадку у черного входа в музей и решили по выходным здесь, на свежем воздухе, рисовать натюрморты. Приглашают на мастер-классы всех желающих горожан. Уровень подготовки значения не имеет. Но чтобы проект заработал, сначала художники взяли в руки не кисточки, а лопаты и метла. Мы собрались, провели субботник, пописали сначала один раз, потом два, и поняли, что здесь совершенно удивительная атмосфера, которая именно музейная, именно такая трогательная, именно очень уютная. И вот этот дворик начал жить, и мы очень рады этому, и он все с каждым днем приобретает больше и больше популярности. Новая художественная площадка понравилась живописцам, но всех не вмещает, поэтому некоторые приходят просто посмотреть, как проходят мастер-классы. Картина не терпит суеты, и ты рисуешь красоту для себя. Картина должна жить твоей энергетикой. Скоро с мастер-классом приедет крымский художник Роман Третьяков. Записаться на занятия и узнать дополнительную информацию можно на сайте Самарского художественного музея. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.